І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за парібрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. У студії Соловйова геть траурна атмосфера. Ті, що не встигли відійти від вчинку Ердогана з командирами Азову, так отримали черговий ятаган у спину. Адже Туреччина погодилась керувати протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО до парламенту і зробити це якнайшвидше. А одною з вимог Ердогана начебто була згода на вступ їх країни до ЄС. І тут Володьку геть поплавило. Якби ми знали, що це, але ми не знаємо, що це. Реально хтось зрозумів, що він хотів сказати? Там вряд ли стоїть ждати якісь судьбоносних рішень. Вони, звісно, скажуть, що вони приймуть Україну в НАТО, але не скажуть, коли. Тому нет нічого більш постійного, ніж временне. Все остальное – це словоблудя і демонстрування лже от цієї от єдиної політики агресивного блока, где, по словам оборона, подразумевается как раз нападение и агрессия. А то, что они приближаются к нашим границам? Они уже приближены к нашим границам, и никаких там, опять-таки, судьбоносных решений они не примут. Базы эти находятся в Прибалтике, находятся в Польше. Это первоочередные объекты для поражения. Если будет больше, значит, объектов для поражения в плане гнилого поражения будет больше. Тривожно було і у студії зливного бачка Скабєвої. Там намагалася зрозуміти, що взагалі відбувається на саміті НАТО. Олічка впевнена, що Альянс готується до війни з Росією. Никакого Североатлантического альянса для Украины, никаких гарантий безопасности для Украины до тех пор, пока Украина не одержит победу. Мы исходим из того, что Украина победу не одержит никогда, в этой связи ни НАТО, ни гарантии безопасности точно не будет. А также всякий раз, когда нам предлагают согласиться на принятие Украины в альянс по частям, мы вспоминаем декабрь уже даже не прошлого, а позапрошлого года, когда еще спецоперация России на Украине не началась. Тогда в преддверии СВО Путин говорил, что наше требование – это не расширение НАТО на восток и откат НАТО на позиции 97-го года, поэтому какое НАТО, какая Украина, по каким частям. Только победа, идем до конца. Надо, конечно, держаться. Прямо сейчас весь блок НАТО принял уже, и это, конечно, тревожное сообщение для Российской Федерации, коллективный план реагирования на угрозу со стороны России. Ну, то есть они в самом деле готовятся воевать с Российской Федерацией, рассуждают об этом не гипотетически, а есть готовый уже план прикладных действий на случай нашей агрессии. Тревожно. Поэтому мы не расслабляемся. Контрнаступление, возможно, это его часть, волна провалилась, но это, очевидно, не последняя попытка. И главное, что Украина – это не последняя попытка уничтожить Российскую Федерацию. Впереди, наверное, можно говорить уже со 100% вероятностью, глобальная, широкомасштабная война. И к ней, конечно, блок НАТО готовится. Пожалуйста. Да, но они всегда готовились. Просто они раньше, такие планы у них были всегда. Просто другой вопрос, что сейчас они о них говорят открыто абсолютно и, в общем-то, полностью готовятся. Но и мы, надо заметить, что тоже понимали это всегда и сегодня. Почему спецоперация началась? Именно потому, что они готовились вот к этой войне. Если бы мы не начали сейчас, они бы точно сильно подготовились и уже тогда могли бы нанести удар неожиданно. Этот саммит, который там проводится демонстративно там, в Вильнюсе, там, рядом с Россией, там, нагнали этих патриотов, там, все дела. Байден там удачно спустился с лестницы. Надо было, чтобы его встречал только президент Латвии. Вот это было бы правильно хотя бы, знаете, потому что это единственный пока... Первый открытый. И открытый, да, среди всех президентов. Прекрасно, вот это надо сделать. Флаг ЛГБТшный воткнуть, и что они боятся, вот этих патриотов настали. Ну вот что нам нужно сделать? Запустить воздушный шар в цветах ЛГБТ, и чтобы сквозняком ЛГБТ его туда задуло. Вот все, что они там могут сделать. Ничего, ребята, вы там не примете. А у Соловйова тим часом так багато запитань, і ось так мало відповідей,
Той запитує, а що робити їм з якимись там атаками на їх ядерні об'єкти? Там заняття цивільної оборони ще з підгузок. У солдатів треба брати ДНК у військкоматах, щоб точно можна було потім визначити їх по останках. А до медвузів треба повернути військову кафедру. Це те, до чого прийшла ось Росія після того, як вирішила взяти Київ за 3 дні. Сьогодні він вводить, наприклад, гражданскую оборону в детских садах и школах. Ну, это очень умное решение. Об этом мы говорили давно уже. Но почему только в Белгородской области, понимаете? Ну, это у нас что, приграничная область только Белгородская? Надо же понимать, что надо просто тупо детей научить. Слушай, там, я не знаю, там атаковать свисток воспитателя, они убегают вот туда. Но я надеюсь, что это все поймут. И наше Министерство просвещения обязано просто это сделать. Обязано. И дошкольного образования. Вот. Теперь что еще один момент. Вот когда мы набираем военкоматы, в военкоматах надо брать ДНК. Вот ты идешь, тебе ДНК взяли, все. У нас на поле боя мы тоже не можем вытащить определенно наших ребят. Когда мы вытаскиваем оттуда, надо определять, кто это. Это легко сделать. Это обязательно надо делать. Я уверен в этом. Вот это так, на всякий случай. Мы работаем с этим, но это нужно делать. Это война, понимаете? Это война. Определить 100%, что это за человек, не всегда удается. А это надо делать. Это раз. Это тяжелые вещи, но они обязаны быть воплощены. Второе. Обязательно нужно вернуть в медвузах кафедры, военные кафедры. Ну, знаете, это, по-моему, это логично абсолютно. Тим часом гауляйтер та зрадник України Балицький натякає на те, що чекає на тих, хто проти так званої окупаційної влади у Мелітополі. І це каже так званий тимчасово живий гауляйтер. Адже той, мабуть, вже підозрює, що час його покарання рано чи пізно настане. Повірте, в Мелітополі теж є люди, які настроєні не за нині діючу владу. Невозможно заставити силою жити з собою. Це може бути тільки на короткий проміжок часу, поки ти ослабнеш. А потом жди, что тебе подсыпят яду. У нас есть люди, которые нами недовольны, но наша задача власти сделать так, чтобы их было как можно меньше. І наостанок. Білорус в Таїланді показав приклад, як поводитись з росіянами, які побігли за кордон та свого часу не виступили проти війни, а почали просто ховатися. А може бути неправда? Правда. Неправда. В нашому кодексі. Русских. И вы могли пойти и сказать, что вы не согласны. Вот это вот национальность русских, она оскомину набила всему миру. Вот русский, я не русский. Поэтому не говорите мне слово русский. Я наоборот сказала, что здесь русских много, и что вы можете пойти и доказать. Вот русская девушка. Ой, девушка. Девушка русская должна пойти в окопы СВО и помогать раненым бойцам, а не отсиживаться в Таиланде. А вы почему? Серьезно, очень серьезно. А почему наш Таиланд? А ты а мы не русские, я еще раз говорю. А кто? Мы белорусы, поэтому мы положили на вас русских. Вы твои на все. Так, а ну-ка подождите. Все русские, вместе с Путиным вашим, вас... Что, байк не оформлен? Думала, купит. Повыводили своих... Повыводили своих мужиков. В окопы, а не в Таиланд, нахуй. Не могу я спокойно на вас смотреть. Когда я смотрю на вас, меня трясет. Значит, во-первых, я не смотрю. Трясет, потому что кто? Вы... Кто? Все русские, нахуй. Вот кто вы, нахуй. Что вы учинили? И весь ваш народ, сука, молчит. Молчит с 22-го года, нахуй. Никто, нахуй. Все, нахуй, самолеты и сюда. А ты тоже должна быть в окопах! Ты, сука, если здесь ты поддерживаешь его! Я не ты русская! Значит так! У меня твоих! Мы! Я вожу сейчас здесь! Нет, офицеры, вы вызовите сейчас полицию! И что будет? Посмотрите! Я вас обидел! Давайте, потому да? Что вы русские! Полис, приступ, полис! Полис! Полис, давай полис! Я! Какая квартира номер? Какая ваша квартира номер? Называйте! З вас лайк, з мене наступний випуск!